Привет всем уважаемым рыбакам-любителям, рыбакам-знатокам, профессионалам и всем, кто любит порыбачить или отдохнуть на водоеме. Ну вот, наконец-то мы и дожили. На улице май месяц. Началась жара, водичка прогрелась, начался период нереста на водоемах. Кто-то разрешает ловить рыбку, кто-то не разрешает. Ну, это уже вы сами решайте, где порыбачить. Но все-таки я хочу сегодня поговорить снова же о такой знаменитой снасти, как макушатник. Вот очень много видов макушатника. Вы сами знаете, смотрели. Есть вот знаменитый такой вид макушатника с клипсой. Для меня он более-менее самый удобный макушатник. Есть там с петлей. Я, в принципе, не буду показывать вот эти петли разные. Просто наведу пример вот с таким макушатником. Почему я снова поднял эту тему сегодня? Потому что люди спрашивают, что делать, как делать, может быть, правильно, неправильно, и как это удобно все сделать. И вот этот вариант в вопросе. Вопрос в основном встречается такой: что делать, если у меня нету вот такого грузила скользящего, нету такого, или вот такой шайбы нету у людей, негде приобрести, кто-то сам не будет его там изготавливать, потому что это очень сложно, и мало того, это очень опасно. Ну вот, и я все-таки решил, ну, как там изобрести, ну, может, это не изобретение, а просто чуть-чуть маленькая хитрость, и как сделать простой же макушатник, если у тебя дома или в магазине нигде приобрести такого грузила. Вот. Для этого я взял простое скользящее грузило. Снова же я хочу сказать, что вес вы выбираете сами себе. Да, это мы уже как-то говорили об этом. Выбирается вес под ваш спиннинг, выбирается вес под грунт вашего водоема, где вы рыбачите. И много факторов играет в том варианте, какое правильно грузило надо выбрать. Вот, я знаю, что у меня водоем здесь очень илистый. И я выбираю здесь не тяжелое грузило. Соответственно, мой спин позволит его бросить. Это грузило порядка 25 грамм. Мне его будет достаточно, чтобы хорошо его забросить. Вот. Я беру вот такое скользящее грузило. Ну, как всегда, это китайское произведение. Немножко почищаю его, потому что, чтобы оно было красиво, удобно, чтобы оно там не портило вашу леску или нитку. Чуть-чуть почистить за усеницы, и по большому счету вот грузило мне есть. Что надо дальше сделать для того, чтобы сделать макушатник, и вам было удобно рыбачить? Я некоторые заготовочки уже приготовил для того, чтобы не тратить лишнее ваше время. Смотрите, я сейчас сделаю вот такой вариант. Вот видите, все просто, и никаких там ноу-хау нет, а просто маленькая хитрость. Для этого я беру вот это грузило и беру шуруповерт. У кого нету шуруповерта, ну, в принципе, это можно сделать любой электродрелью, и об этом не будем говорить. Выбираю центр, вот как раз здесь есть такое литье, вот, кому видно, хорошо, здесь есть такое литье, вот по центру этого литья я просто делаю перпендикулярно вот такое отверстие. Вот, отверстие я сделал, и теперь это отверстие, ну, свинец, он, в принципе, легко обрабатывается, по большому счету, есть в чем-то здесь плюсы и минусы, просто очень легко даже сломать сверло, так что надо быть аккуратным. И потом это отверстие я просто рассверливаю под углом, это делается очень легко и просто. В конце всего я беру ножичек, обрабатываю вот это отверстие, вот, беру вот такой кусочек проволочки, обязательно протягиваю для того, чтобы проверить, нету в середине там заусениц разных. Вот у меня чистое отверстие получилось, и вот по большому счету у меня грузило уже готово. Его можно использовать для вашего макушатника. В принципе, что я и сделал, исходя из всего, что у меня получилось, вот такой вариант получился. То есть для этого нам нужно приготовить клипсу с крючками. Я думаю, вы уже знаете, как это делается. В своем видео я показывал, кто нет возможности у кого приобрести такую клипсу, ее можно свободно делать своими ручками, и никаких проблем нет, и рыба будет у вас хорошо клевать. Вот у нас макушатник по большому счету готов уже с нашим грузилом. Вот таким макаром это все будет смотреться. Для того, чтобы научно посмотреть, я возьму кусочек нашего макуха, да, с дырочкой.
Вот продену это все, все очень быстро рубится, делается для щелчка. Вот. И макушатничек у нас готов для использования. Вот таким макаром. Кто-то будет там дырочки сверлить себе или не сверлить, это уже ваше право, как вы хотите, так и делайте. Вот макушатник готов вот с таким-то грузилом. Видите, он хорошо лягает, хорошо скользит, ничего не мешает, и очень просто, и вы уже с макушатником. В принципе, по большому-то счету, я не знаю, кто взял за правило, что грузило должно быть именно такой формы. Я прекрасно рыбачил и такой формы, когда у меня не было грузила, я брал вот такую джиголовочку разборную. Вот, ну, конечно, соответственно, здесь еще дырочку немножко рассверлил. И вот такое грузило очень хорошо работает на макушатнике. Когда я ездил на глухие водоемы, где там намула вообще немерено, вот я ставил вот такую сливку, да, скользящую. Здесь порядка там 12-15 грамм. Макушатник хорошо забрасывается. Самое главное в макушатнике что? Это доправить нашу приманку на место прибытия, там, где мы приблизительно ожидаем, что там есть наша рыба. Вот в чем проблема эта. Да, я не говорю сейчас о тех водоемах, где есть течение, где большое течение. Там мы об этом, это уже следующий разговор, может, когда-то я и расскажу об этом. Вот. А здесь мы говорим о стоячей воде, где просто и элементарно можно ловить по большому счету, даже если ваш тестовый спиннинг позволяет бросать макух. Без грузила вы можете ловить свободно даже и без грузила. Просто там разница будет в том, как ваш макух упадет на дно. В принципе, говорят, что, ну, я думаю, это тоже правда, наверное, что при забросе, первое падая в воду, падает грузило, потом за собой тянет макух, и по большому счету вот наш макух падает именно приблизительно так, и крючки вроде бы как сверху. Но, как показывает практика, самое главное доправить макух на место пребывания, где приблизительно наша рыба, и чем быстрее вот эти крючочки выпадут в намул, вот, тем быстрее будет произведена поклевка. Ну, это показывает практика, об этом я не буду углубляться, по большому счету, у каждого свое мнение. Вот. Ну, теперь еще хотел бы вам открыть свою такую, ну, может быть, это тоже не ноу-хау, но я проверил, вот, и работает хорошо такое приспособление. Некоторые варианты, особенно сейчас, почему-то было замечено, что карп, май месяц, да, поверьте, он уже клюет на макух. Странно, но клюет. Но есть вариант, что он почему-то не очень хочет брать крючок с намула, с дна. Ну, я не знаю, там есть, может, там природные какие-то нюансы, что еще там холодно, там вода холодная. Ну, это долгий разговор. Что я сделал для макушатника для того, чтобы увеличить свою поклевку на рыбалке? Вот. Для этого я связал вот такой крючок. Смотрите. Вот такой крючок, как говорят, там на него бойловый крючок или крючок с усом, его называют по-разному. Ну, я вам покажу просто, а вы себе сами будете думать, как его называть. Вот я связал такой крючок и, ну, есть еще для примера, я связал вот такой крючок. Что это означает для меня? Для меня этот крючок, он лежит всегда у меня в чемоданчике, там, где у меня снасть, я прихожу на водоем. Если я забросил свои макушатники, и в течение некоторого времени я проверяю, что поклевки не происходит, вот я начинаю что-то уже химичить. Да, я думаю, все это так делают, потому что я не люблю стандартно ловить. Вот. И в таком варианте я вынимаю свои макушатники, и вот сюда... Вот, для того, чтобы точно вы поняли, что я сделал, я возьму карабинчик большого размера, чтобы хорошо было видно. И давайте себе представим, что на этот карабин уже у меня к спиннингу моему цеплен макушатник. Вот он цеплен, у меня все готово. Да? Вот я вытягиваю свой макушатник, отцепляю карабинчик и сюда на этот карабин я посаживаю вот этот поводок. Поводок с вот этим крючком. Вот. На этот крючок, я надеюсь, вы знаете, как его вязать. А если нет, то, в принципе, в Ютубе найти очень легко. Там много ребят рассказывают, как это все делается. На этот крючок я подцепляю все. Даже вплоть до того, вот есть вот такой макушок, может, кто-то встречал. Есть вот такая штучка, продается. Очень классная вещь. Я не знаю, кто исполнитель этого произведения искусства, но это классная штучка. Есть такие макушки, продаются уже готовые, вот в таких баночках.
Вот. И всего там не надо было просверлить здесь отверстие, здесь порядка там 2,5-3 мм. Ну, по большому счету, роли не играет никакой. Просто чтобы держался здесь хорошо ограничитель. Вот я могу подцепить на этот крючок вот этот макушок. То есть, по большому счету, когда мы забросим наш макушок, у меня получается, ну, хороший стол для рыбы. Ну, как-то вроде. Я бы так все равно не сделал, когда у меня здесь стоит один макух и поставить другой макух. Наверное, все же я бы так бы не сделал. Я на этот крючок, как минимум, это поставил бы сюда пару кукуруз или гороха, или очень намного, мне считается, как бы лучше, но чуть-чуть неудобнее, это вареный картофель, нарезанный квадратиками. Вот мы его также насаживаем на крючок. Это вы знаете, как все делается. Все сюда засаживаем. Вот. Ну, ограничитель я большой тоже поставлю, чтобы его было видно хорошо для вас. Вот. А вы сами себе уже поставите там ограничитель. И вот в таком варианте я вот сюда подсаживаю там 3-4 зерна кукурузы. Или там гороха, или того же картофеля, о котором я говорил. И у меня получается вот такая оснастка. То есть, действительно, получается ресторан для нашего карпа или там белого амура, ну, любой белой рыбы. То есть, есть у меня макух, если макух не нравится, есть еще вариант посадить вот сюда ту же наживку, о которой я только что говорил. Но я еще, наверное, посоветовал бы в таком варианте, если карпик наш почему-то не берет с дна, все-таки сделать нейтральное положение вот этой наживки. В любом варианте мы забрасываем наш макушатник, и вот эта нить, она должна стоять под углом. Это мы понимаем, здесь глубина, там берег, это все угол. И вот этот крючок я бы с удовольствием просто поднял бы его. Для этого можно использовать любой там технопуф, пенопластик, или даже можно взять кук сюда насадить. То есть методом эксперимента вы можете просто поднять. Если у вас там заброшено 2-3 макушатника, я всегда делаю так: на один макушатник я цепляю одну наживку, на вторую другую, и на третью третью. И в принципе я определяю, на какую наживку сегодня будет поклевка. Соответственно, потом, узнав, на какую наживку есть поклевка, я меняю на всех своих следующих спиннингах вот эту наживочку и хорошо провожу время. То есть у меня неплохая рыбалка получается. То есть я вам рассказал об этой хитрости такой. Ну, она неплохая хитрость. А я ее не всегда использую, но очень часто использую. И на нее прекрасно работает как белый амур, и, несмотря на то, даже по большому счету, если хотите, сюда можно и червя надеть, крупного там дождевого или что. И, в принципе, вот по большому счету и все. Здорово, Андрюш. Вот. Так что я вам вот свою такую маленькую... Это я о чем вам рассказал, потому что сегодня у меня разговор был с рыбаками, они ее попросили, я, в принципе, такое и соорудил. Вот по большому счету и все. У кого будут вопросы... А, по поводу крючка, да, снова. Я поставил сюда крючок, снова же Golden Cage, да, вот такой. Ну, я не знаю, это недорогой крючок, в принципе, работает... Ну, можно мириться. Хотя, по большому счету, можно было поставить или Fox. Вот. Ну, это снова же, что у вас есть, да, что вы можете себе приобрести, или там мустадовский. Выбирайте сами, здесь правил не существует. Кто-то там говорил, что я пользуюсь там дешевыми крючками. Да, я пользуюсь дешевыми крючками. Если у вас побольше денег, покупайте подороже. Никто здесь об этом и не говорит. Я никогда не стремился выловить рыбу, я стремился просто отдохнуть. Если моя рыба куда-то там удирает себе, ей это нравится, пускай растет. На следующий раз я ее снова поймаю. Так что, ребята, вот такой-то у нас макушатник. Рыбачьте. Вам удачи всем. Ну, что кому непонятно, спрашивайте. Я с удовольствием дам ответ. Все, всем спасибо за внимание. Пока.